Авиация иракской армии ликвидировала в среду 13 боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ) к востоку от города Эр-Рамади, находящегося с мая под контролем радикалов, передает телеканал «Аул Сумерир ТВ» со ссылкой на источник в военном командовании. Авиация, руководствуясь разведанными командования в провинции Анбар, центром которой является Эр-Рамади, РЕД, осуществила бомбардировку транспортных средств и позиций боевиков ИГА в районе города Аль-Халидия. В результате действий были убиты 13 боевиков группировки, сообщил источник каналу. Вооруженные силы Ирака с июля ведут крупномасштабную операцию по освобождению провинции Анбар, значительную часть которой контролируют боевики ИГА. Террористическая группировка «Исламское государство» является на сегодняшний день одной из главных угроз мировой безопасности. За 3 года террористам удалось захватить значительные территории Ирака и Сирии. Кроме того, они пытаются распространить свое влияние в странах Северной Африки, в частности, в Ливии. Единого фронта борьбы с ИГА нет, с группировкой борются правительственные войска Сирии и Ирака. Международная коалиция во главе с США, пока ограничивается ударами с воздуха, а также курды и ливанские и иракские шиитские ополченцы. В результате боевых действий сотни тысяч мирных жителей погибли и несколько миллионов стали беженцами.